Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про прогнози пандемії COVID-19. В нашій студії професор кафедри інноваційного менеджменту, проректор міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля Володимир Момот. Володимир Момот – кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля «Дніпро». Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю двигуни літальних апаратів та менеджмент організацій. 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми MBA у Міжнародній школі бізнесу УАН. Опублікував понад 250 наукових праць, викладає у вишах та бізнес-школах Європи. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, САП. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Я так подивилась, ми вже давно з вами не бачились, однак з початку пандемії кілька разів все ж таки зустрічались в цій студії і говорили і про прогнози пандемії, і про освітні процеси, і комбінований формат освітньої роботи. Тож сьогодні теж по цим темам пройдемося. І одразу, напевно, як же ж все ж таки зараз працюєте зі студентами? Ну, я все-таки хочу сказать, что как-то вот действительно получается, что как только какая-то вспышка эпидемии, я появляюсь в студии. Я не хочу, чтобы и зрители связывали вот меня с пандемией, ковидом и так далее. Ну, и действительно, очень интересный вопрос, злободневный для нас, потому что, ну, скажем, у нас в университете Альфреда Нобеля у нас ответ есть на то, как мы будем работать. В сущности, мы уже начали работать по вот такой смешанной форме, когда одновременно, буквально позавчера, вчера я проводил занятия по такому формату, когда одновременно у меня сидели люди в аудитории. Не могу сказать, что наполнена аудитория, к сожалению. Ну, мы... Тобто частково люди були в аудиторії, да, а частково були в онлайні. Подключены в онлайне, и, в общем-то, мы стараемся, и это на самом деле большие капиталовложения, потому что должна быть очень хорошая камера, которая постоянно понимает, где находится преподаватель. Должны быть дополнительные там мониторы установлены в классной комнате, там, где проходят лекции. Почему? Для того, чтобы те, кто сидит в аудитории, фактически чувствовали, ну, буквально присутствие людей, которые подключены к нам. Давайте зазначимо масштаби, тому що аудиторії можуть бути різними. Наприклад, на 20 людей, не, ну, на 30. Ну, і про яку саме аудиторію ви кажете, ну, я так розумію, хвастаться це велика аудиторія. Хвастаться ми не будемо, ми не можемо пока, да, ми, конечно, ми не можемо пока обеспечить каждую аудиторію там на 20 чоловік такою технікою. Річ йде про аудиторії на 50-70 чоловік. Ну, от я точно помню, что у меня под 40-38 человек было присутствовало физически, остальные были подключены. Тобто вже, в принципе, вы тестуете эту систему, да, яку планували ще, наскільки я пам'ятаю, з 2020 року. Це така дороговартісна система, яка буде все ж таки от саме скоро запуститься, так, вже не лише в тестовому режимі в університеті імені Альфреда Нобеля. Мы после того, как провели, получается, там 2,5 месяца в первом локдауне, в первом карантине, мы поняли, что, ну, к сожалению, оказались правы, что это с нами надолго. И тогда и стал вопрос, а как же сделать так, чтобы мы, ну, считаем себя передовым университетом, да, инновационным, да, и так далее. Да, вне всякого сомнения. И вот мы задумались, а что же мы должны сделать вот сейчас, в сложившейся ситуации, чтобы доказать эту самую свою инновационность. И да, вот была продумана такая идея, концепция, когда мы стираем грань между людьми, которые... в аудитории, которые подключены, понимая, что вот сегодня
я слышу, вы хотите задать вопрос, хочу сразу, может быть, что-то наперед откомментировать. Смотрите, сегодня у нас не от министерства, ну вообще от властей в целом, никаких внятных сигналов, как вести себя вузом, не пришло. Ну да, есть Буковина, если я не ошибаюсь, Черновецкая область, где сказали, что вообще школам запрещено переходить в онлайн, учиться классически. Можно понять людей, которые там на уровне региона приняли такое решение, потому что, ну, ни для кого не секрет, удержать, нам удавалось, ну, как нам кажется, удержать качество даже в классическом онлайн-режиме. Громадные трудозатраты, опыт, порыв, творческие возможности преподавателя – это то, чем мы заплатили, в прямом смысле этого слова, за то, за отримання уваги саме студентів, да, які були в онлайні, так? Конечно, за то, чтобы... сторону монітору. Совершенно верно. За то, чтобы они не воспринимали нас, я не знаю, как добавка развлекательная к завтраку, например, когда ведешь занятия, первую ленту. Вот. Конечно, регионы, и это показало ЗНО, и вообще здравый смысл, конечно, они столкнулись с проблемами резкого ухудшения, особенно на уровне школ. Ну, ни для кого не секрет, что там даже по Киеву учителя первый карантин ограничивались рассылкой заданий по Вайберу и все такое. Нет, мы работали в полномасштабном режиме, но просто после того, как мы проработали этот первый тур, мы взялись за голову и начали думать, что же сделать, чтобы эту систему обогатить. К сожалению, нас потом опять сдвинули в полный онлайн, но так или иначе, вот сегодня, когда в принципе ничего определенного, четкого не сказано, мы сказали, ну и хорошо, значит, мы можем пытаться делать эти смешанные занятия, но еще раз, вы правильно упомянули о затратах, это ресурсоемкая процедура. И, естественно, пока мы не можем сказать, что мы вот все покрываем, но к этому стремимся. Звісно, я так розумію, що ви хочете створити аудиторію там, де несколько аудиторій, да. Там, де викладач зможе пересуватись до дошки, наприклад, потім повертатися за своє робоче місце, пересуватися аудиторією, спілкуватись зі студентами, які є в аудиторії, і щоб його було чутно, видно усюди, так? Абсолютно. І щоб точно. Це було видно не лише людям, які тут знаходяться поряд з вами офлайн. А те, кто подключены, які онлайн. Ну, я даже скажу больше, передвигаться по аудитории и к доске даже не обязательно подходить, потому что можно ведь носить с собой графический планшет беспроводной и на нем рисовать то, что ты хочешь донести, чтобы видели через проектор те, кто в аудитории, через коммуникационную, ну, Zoom, конечно, технику те, кто в офлайне, но не только. Это техническая, технологическая сторона дела. А еще, и тут мы, естественно, только начинаем, очень важно заставить людей, которые вне аудитории и которые сидят, взаимодействовать. Это, пожалуй, самое сложное и самое, что называется, challengeable task. Але ж, наскільки я знаю, наскільки є в мене досвід спілкування через, наприклад, Zoom, то це може залежати навіть від якості мікрофонів у студентів, які підключені онлайн. І це да. Забезпечити вище, чи може, чи не може, це... Це ну, додаткові конечно, затрати. Конечно, ми не Google, который раздавал по тисячі доларів своїм сотрудникам на модернізацію. Для того, щоб налаштувалися техніку. Комп'ютер, мікрофон, камера і так далі. Ну, тут мы как телевидение, да, то есть мы обеспечиваем хорошую картинку со своей стороны, базово. Надежное подсоединение к интернету со своей стороны. Ну, дальше мы за это качество. Цю мережу, звісно, забезпечити складно, але можете, якщо вже забезпечена ось ця велика частина, то тоді, в принципі... Ну, пусть, да, студенти, які вовлечені, ну, як-то підтягуються. Тут, к сожалению, ну, ви абсолютно праві.
Напевно, у вас є якась рекомендація, ось такий техзавдання для того, щоб реалізуем там мінімальні требования, когда можна работать з телефона, когда нужно работать з ноутбука. Это мы все отслеживаем. Это как бы наше правило взаимодействия. Но я хочу сказать, что спасибо вам за такую позитивную реакцию и поддержку. Мы только в начале пути, и я точно понимаю, что когда внедряешь такую вещь, иногда сталкиваешься со сложностями, которых предугадать пока тяжело. Но еще раз, для меня главное все-таки сложность, не техническая, а главное – вовлеченность, главное – действительно, реально на уровне поведения стереть грань. И здесь, конечно, вот здесь мы, конечно же, должны переходить и на маленькие аудитории, и на небольшие группы, делить студентов на группы, объединять тех, кто находится в аудитории, и тех, кто вне, в одну небольшую группу, заставлять их коммуницировать и так далее. Тут мы находимся только в самом начале пути. От якраз ви кажете про об'єднання, про комунікацію, про налаштування діалогу спільного, так? Можливо, ви до ось цієї групи, яка створює саме можливість об'єднання форматів навчання офлайн, онлайн в одній аудиторії, так? Можливо, ви долучаєте фахівців психологічної освіти для того, щоб саме ці діалогові моменти покращити? Абсолютно правильно. Ми маємо достатньо сильну кафедру психології і педагогіки. Зараз ми немножко інноваційних методів психології і педагогіки. Естественно, ми пользуємося і їх возможностями, їх уміннями. В принципі, достатньо давно ми системно работаем с психологами, хочу привести пример, даже не связанный с информационными технологиями. Когда мы готовились к тому, чтобы запустить свои англоязычные программы, а они у нас работают с 2010 года, и их на сегодня уже 6, в общей сложности 6 в нашем университете, чисто англоязычных программ, мы даже в течение 8-9 учебных годов наши преподаватели, которые работают на английском языке, приходили в аудиторию вместе с психологами, задача которых была наблюдать за вниманием студентов. Я до сих пор помню, сколько меня слушает времени студент, непрерывно, не отвлекаясь, когда я говорю с ним на родном языке, и сколько он меня может слушать, когда я говорю на неродном для меня и для него языке. Кстати, дольше. Дивно. Эффект. Вот вы затронули тему психологии. Психологический эффект. Ему приходится все время делать над собой усилия, чтобы воспринимать разговорный английский, и поэтому, с одной стороны, накапливается усталость, но ему это постоянное внимание, не представляется, по-украински говоря, обтяжливым. То есть у него постоянно есть какой-то вызов, ему надо еще понять и воспринять то, что сказано. Прямо превращается в спорт. И действительно, там на 10-12 минут, вообще в целом, человек удерживает внимание, вернее, начинает терять внимание, где-то в районе получаса, даже чуть меньше. А у нас доходили отрезки, это не я, это психологи, которые следили за языком тела, body language, и фиксировали этот уровень внимания. Они говорили о том, что до 42, даже 45 минут длились у некоторых студентов период максимального внимания, вовлеченности. Так что я же говорю, что мы очень серьезно готовимся. Естественно, мы будем работать и привлекать психологов. И сегодня я с удовольствием поділюсь з вами, готов пригласити, коли це вже буде працювати. Так, це дуже цікаво. Як взаємодіють? Да мені самому цікаво поработати з такими командами, як будуть взаємодіювати люди. Я розумію це на рівні чоловіка, який предложил в какой-то степени, придумал эту вещь, но, естественно, какие тут появятся эффекты, надо смотреть, и мне тоже очень интересно. Володимире, ми сьогодні анонсували тему програми не лише говорити про освітні процеси, які відбуваються зараз, а ще й про прогнози пандемії. Зазвичай ми з вами спілкуємося на цю тему і
показуєте, до чого ж стосовно нам привикати, чого чекати. К сожалению, действительно, сегодня, ну, во-первых, я хочу сказать, что почему мы как бы вышли на тему образования. Вот сейчас на уровне, ну, как сказать, обыденного даже восприятия, несколько слышал, видел комментариев, что вот смотрите, 1 сентября всех привели в школы, в вузы, да, вот отсчитайте 14 дней инкубационного периода, знаете, вам 5780, да, сегодняшний пик заболеваемости. Два тижні вже минуло, как з 1 вересня. Чітко два. І якраз саме сьогодні статистика типа дала эту цифру. Но, уважаемые друзья, все-таки, ну, не будем массово поборниками теории заговора. Я считаю, что не образование, ну, это не попытка обелить мундир. Да, я представитель образования, но с другой стороны я ученый. И я хочу сказать еще о том, что я этот процесс распространения эпидемии мониторю приблизительно с апреля 2020 года. То есть, ну, примерно, когда месяц прошел рост заболеваемости, появились какие-то данные, хотя бы какие-то данные, на которых можно было делать обобщение, я начал это делать. И я вам скажу следующее. Начался не только ведь учебный год, начался просто бизнес-сезон. Ну да, в европейских странах, в Америке начало бизнес-сезона формально считается последний день труда, последний понедельник сентября. Но на самом-то деле более тесные контакты между людьми. Да посмотрите, что сейчас делается на улицах. Более интенсивное движение, большее количество людей в общественном транспорте, которое как раз пришлось, длительные праздники были, да, люди вернулись, начали контактировать. Вот вам, пожалуйста, пик, который приходит снова-таки. Днепропетровская область, там где-то, по-моему, на втором месте называется сейчас. Так, и Днепропетровская область на перших рядах. Да, в первых точно. Вот это, ну, как мне кажется, причина того, что сейчас мы имеем пик. Вообще я вывел такую закономерность, что скорость, интенсивность распространения эпидемии вируса зависит очень сильно, системно зависит, если хотите, от интенсивности бизнеса. То есть бизнес определяет ту тесноту контактов, которая, ну, свойственно той или иной стране, и, соответственно, таким будет уровень развитие, распространение заболеваемости. И как-то вот я проверил эту идею на материалах 185 стран. Вот. Ну, то есть практически все, что нынче является признанными странами, там, может быть, около 200-195. Ну, вот на что есть надежная статистика, показывает эту зависимость. То есть образование, друзья, клянусь, да, образование здесь не совсем при чем. Однак, мы нещодавно тут в цій студії спілкувалися з лікарем-терапевтом, сімейним лікарем, який зазначає, що саме залежність віруса і розповсюдження його через великі масштабні урочисті заходи також у містах. Як вважаєте, це, напевно, те щось туди до інтенсивності бізнесу можна? Ні, ну, дійсно, був День Незалежності і длительні вихідні, да, масові мероприятия в Києві. Там, наверное, как-то с последействием эта вспышка чувствуется. Но были празднования Дня города у нас. Но, друзья, ведь в большинстве случаев эти мероприятия проходили на открытом воздухе. А так, сегодня интенсивный, более интенсивный бизнес, начало бизнес-сезона приводит людей куда? В общественный транспорт, где они, естественно, ну, даже при открытых окнах, где они сталкиваются гораздо сильнее. То есть, поэтому я не врач, да, я изучаю, пытаюсь изучать массу факторов, которые, быть может, и не связаны напрямую с здравоохранением, но из этого я тоже делаю единственный вывод. Ведь мы вот этим летом, ну и в начале осени, соответственно, позабыли о самых элементарных мероприятиях, связанных с безопасностью. Ну, давайте, я никого не хочу рекламировать из наших торговых сетей, но, на мой взгляд, только в Варусе и ВТБ
более-менее строго требует следковать за носителем. Может быть, там в каких-то еще больших магазинах, ну а так в основном уже такая вот, знаете ли, толерантность. Но снова-таки это же закрытое помещение. И действительно, когда стоит очередь, то очень бы было бы здорово, если бы эта очередь вся стояла в масках. Хотя и жарко, и надоело, и все. Это елементарные вещи, которые даже не как врач, я скорее всего. Звісно, є елементарні речі, але є транспорт, в якому, як видно, в Дніпрі небагато людей взагалі вдягають маски. І, звісно, ніхто не забороняє бути без маски. От в чому річ. Хоча є загальноукраїнські заборони, але вони... І які, кстати, недавно пересмотрені, правда, вони ще війдуть в дію через неділю. Через деякий час, але це не важливо. В принципі, є такі і здравий смисл. Мінімальні штрафи, так, але от здоровий глузд, звісно, їм треба і варто користуватися взагалі і використовувати все ж таки у місцях транспорту і взагалі в інтер'єрі маски. Ми з вами зазначимо, що знаходимося на відстані більше полутора метрів, намного, можемо в студії спілкуватись без масок. Тож, Володимире, я бачу, що ви можете намалювати чи показати ось якісь варіанти розвитку захворюваності цієї осені, так, чи взагалі в майбутньому. Розкажіть, будь ласка. Як обычно, я хочу попытаться сделать і несколько прогнозов, і проілюстрировать, во-первых, то, що я вже підготовив, кривая заболіваємості, внимание, которая соответствует Японії. Почему я взял эту кривую? Сейчас я объясню несколько моментов. Во-первых, это, пожалуй, одна из немногих стран, где действительно было 4 волны заболеваний. Я постоянно слышу про то, что у нас сейчас идет 4-я волна, но это не совсем так. Я сейчас тоже попытаюсь изобразить график. Но смотрите, что мне еще очень в этой кривой нравится. Вы видите, что вначале идут волны, которые одна выше другой, то есть вот это количество ежедневное заболевших. То есть синего колера вы маете на увазе. Да. И вот нынешняя волна, которую могут рассказывать, естественно, и про Олимпиаду, влияние Олимпиады. Да, влияние Олимпиады есть, вот он этот пик, который у них возник чуть раньше, чем в других странах, і іменно поэтому у них 4-та хвиля вже завершається. Але ж 4-та хвиля, як ви показуєте, вона набагато менша, ніж 3-та і ніж навіть 2-га. І дуже важливо, що це несоизмеримо менше. І от ще, що важливо красним, це графік летальності, тобто кількість ежедневних смертних ісходів. Ви бачите, що у них хвиля заболіваємості є, смертність не росте, вона залишається на якомусь определеному рівні. Це залежить від того, від кількості вакцинованих, все ж таки? Це залежить від, як би це сказати, адресності вакцинації. Об'ясняю, чому. Я согласен з многими врачами, хотя еще раз не имею медицинского образования, просто пытаюсь использоваться здравым смыслом и какую-то научную смекалку, что ли, проявить. Смотрите, если мы вакцинируем прежде всего группы риска, то есть пожилых людей, то есть людей, которые находятся на острие, там врачи, педагоги и все такое, мы именно их, кто имеет большую вероятность заболеваемости, да, каким-то образом все-таки ограждаем. Сейчас уже всем понятно, что вакцина не означает полную гарантию от заболеваемости. Кстати, вот эти вот цифры эффективности действия вакцины, это ведь не то, что 90% вакцинированных не заболеют. Это то, что они заболеют, бессимптомно, с легкими последствиями. И самое главное, что они не будут подвержены, в несоизмеримо меньшем уровне будут подвержены опасности смерти. Вот это как раз и показывает этот график. Не в общем проценте
к сожалению. Вакцинированных дело. Да, у нас на сегодня 6 миллионов получили первую дозу только, и 5,4-9 миллиона получили обе дозы, да. Но при этом я с удивлением узнал, вот готовясь к нашей встрече, что среди них, ну, очень значительное количество – это люди в возрасте 29-40 лет. То есть те, кто… Нет, я уверен, что это ответственные люди, которые ответственно относятся, ну, к своему здоровью, это ясно, но еще и к здоровью окружающих, вне всякого сомнения. Но при прочих равных они, скорее всего, легче перенесут ту болезнь, которая, значит, все равно может с ними произойти. И вот сейчас я нарисую то, как выглядит сегодняшняя наша кривая заболеваемости и кривая летальности, ну, смертных случаев в сегодняшних наших реалиях. А я якраз зазначу, Володимире, оскільки нещодавно говорила в цій студії саме з лікарем-терапевтом, який сказав, що все ж таки у Дніпрі, наприклад, приблизно лише 50% вакциновано лікарів. І це теж дуже, це добре, але це невеликий показник, як на мене. Це здорово, тому що в образованні, якщо брати в цілому, по Украине, не, скажем, по регионам. Там есть регионы, которые... Там, если я не ошибаюсь, этот процент в районе 30. Хоча, и это группа риска. Хотя дуже дивно, це група ризику. Да, це люди, да. Яким найперше пропонують, першим пропонують вакцинуватися. Да, и тобто вот, можливість є, але бажання... Вне всякого... І от смотрите, вот так примерно выглядит кривая, даже она более-менее в масштабе нарисована. Это, значит, первая... Це Україна. Волна, да, да. Это вторая волна, то есть, ну вот тут был, наверное, еще такой всплеск рядом с первой волной, приходившейся на ноябрь, что и позволяет многим говорить, что у нас это идет четвертая волна, но здесь небольшой всплеск, серьезная волна, это где-то, что у нас там, апрель, какие-то 18-20 числа апреля, и вот это вот сейчас начинает расти, она уже где-то в районе всплеска, который был в ноябре, и начинает расти и формироваться третья волна. Что касается смертности, ну, вы понимаете, что эти кривые выполнены в разных масштабах, то есть это не означает, что смертность почти там где-то третья от заболевших, просто чтобы она была более показательна. Но, к сожалению, и сегодня у нас смертность растет. Это, ну вот как мне кажется, говорит о том, что мы только что эти проблемы затронули, что оставляет желать лучшего адресность вакцинирования. Да? Все-таки я не анализировал возрастную структуру смертности, хотя это, наверное, тоже очень интересно сделать, но, как мне кажется, мы сейчас, в общем-то, ну как в военном деле, покрываем квадраты. Отчитываемся о сотнях тысяч вакцинированных в день. Это хорошо, но, друзья, эта вакцинация должна быть умная. Вот Япония, да, у которой сейчас уровень летальности фактически не чувствует того, что прошел пик заболевания. Есть еще Китай, где и количество заболевших сейчас измеряется десятками возле сотни. А есть Дания, которая... если мне не изменяет память, в понедельник или даже в выходные объявила о том, что все, коронавирус на территории страны закончился. И да, действительно, статистика, которую я вот смотрел на понедельник, если не ошибаюсь, или на вторник, говорит о том, что у них 4-5 заболевших на всю страну. На всю Украину. Да, ну, количество смертей, понятное дело, что... На відміну від України, де 5 тисяч. Володимире, вам дуже дякую сьогодні, що ви прийшли, розповіли і про освітні процеси, які тривають, і про інноваційні процеси у виші Дніпра, і загалом показали прогнози, які не дуже втішні для України, але ж все ж таки будемо сподіватися, що все ж таки і антивакцинаторів буде меншати, і загалом захворюваність не буде дуже швидко поширюватися і рости. Дякую вам, Володимире. Спасибо.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, в YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» в Facebook. На все добре, доброго вам здоров'я!